Мир вокруг нас постоянно развивается, и мы совершенствуемся вместе с ним. Непредвзятость и сила рождают новые революционные решения. Мы те, кто дал импульс к появлению чего-то совершенно нового. Внешний слой состоит из полипропилена нового поколения ППРЦТ. Слой, армированный базальтовым волокном, придает трубе уникальные механические свойства. Внутренний слой новой трехслойной трубы состоит из полипропилена нового поколения ППРЦТ. С помощью комбинации этих материалов создана уникальная труба для водораспределения и отопления. Fiber Basalt Plus – труба, прочная как скала. На 50% выше устойчивость к давлению. Термостойкость до 90 градусов. На 20% выше пропускная способность. Разработка трубы Fiber Basalt Plus началась в 2009 году, когда мы решили создать трубу с меньшим коэффициентом теплового расширения и без необходимости зачистки. Чтобы удовлетворить спрос заказчиков на такие трубы, мы предложили уже известное решение – трубу Fiber. Параллельно продолжалась работа по созданию новой трубы. В наших лабораториях новое изделие прошло серию сложных тестов и испытаний. Разработка новой трубы велась практически с нуля. Нам удалось добиться синергетического эффекта совместного использования полипропилена нового поколения и нового минерального наполнителя – базальтовых волокон. В 2011 году была завершена разработка прототипа, и теперь, после годичного цикла испытаний, пришло время представить это уникальное изделие. Новая труба Fiber Basalt Plus предназначена для систем водораспределения и отопления. Испытайте трубу прочно как скала. Используйте Fiber Basalt Plus. От марки «Экопластик».